Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Что там у нас? Среда. Сейчас посмотрим, должны поменять награды. Авиар, парящий остров. Ого-го! Посмотрите сюда. Поменяли все-таки награды. Добавили сюда вместо дуэлянта барда. 5, 2 и 1 осколок. И основным поставили тоже барда. Вот так вот. Ну, будем сегодня ловить на английском сервере. Посмотрим на этого героя. За пыльцу. Что там еще есть интересного? 50, 50. Новый камень судьбы добавили. 5-й. Ну, такое. Но не добавили, кстати, новых питомцев. Крок они добавили. Карта богатства последний день. Добыча пирата на русском сервере. Ничего себе. Что тут добыча пирата? Что-то поменялось? Нет, ничего не поменялось у нас. Хрусталка. Скин барта. Тоже ничего. Так, вот такой вот подарок есть. Сущность мастера, ящик славы, том благословения, сундук замка. Нифига себе. Кристалл сокола. Руна таланта, 30 штук, камень судьбы, 5-й. Левица ППшка, 10-я. Подарок среды, вот так вот его назвали. Императорская кузница. Сейчас посмотрим, что у нас кузница сегодня есть. Надеюсь, там музончик не сильно громко. Так, барда нету, Мэри есть. Вот так вот. Фрея на рынке сегодня ничего. Вот такой вот русский сервер. Но в принципе, то, что барда теперь есть возможность собрать, никто не сомневался, что его добавят за осколки. Это было очевидно. Так, куда я опять на русский зашел? Опять мы на русский залетели. Поехали посмотрим на английский сервер. Добавили ли там за пыльцу? Я думаю, добавили. Если на русском уже добавили, то на английском 100%. Так, такой вот набор снабжения. Ну, конечно, с немецким он не равняется никак. И на АЭСе тоже был неплохо. Такой вот набор накопления. Ну, что тут по накоплениям? Ничего такого сверхъестественного нет. Такое все. ПДшка. Такое себе. Так, смотрим дальше, что у меня тут по пыльце. 5200. Ну, я думаю, словим. Так, супер снэк. Понятно. За 50 амикроки. На рынке камешки так и не добавили. Прокачками, конечно, как обычно, туговато будет. Ну, ладно. А, нет, вот есть 20 штук. О май гад, мы сегодня даже силу еще качнем. Так, окей. Что у нас здесь? Дискаунт, смотрим остров. Да, на острове тоже есть бард. Вот у нас только этого огника нет. На русском сервере огник есть, у нас нету. У нас 1-2-5, 1-2-5. Ну, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. А вот такой вот у нас новый остров. Так, психощит. Здесь у нас ничего не поменяли. Бонус, апдейт пак. Да,
Операторская, да, на русском еще это акция с плюхами. Ну, тут у нас накопление, в принципе, получше будет. Так, окей, поехали дальше посмотрим. Поехали глянем немку, пока она не обновилась еще, она обновится в 10 по МСК. Посмотрим, что там интересного будет. Так, тут ничего не добавили. Обожание, наверное, вряд ли собрали. Сегодня заберу стыковки. Так, окей. А сегодня тут халявы нету такое. Вчерашняя халява. Ну вот вам накопление. Как вам такое накопление? Конечно же, крутое. Как по мне, печеньки, все дела. Здесь еще ничего не обновилось. Такс, окей, поехали посмотрим Тайвань. Интересно, что у нас на Тайване добавили. Ну, в любом случае, получается, дуэлянта возможность забрали. Ну, дуэлянта можно и так словить с вспомогательных локаций. Так, смотрим, что у нас здесь. Рынок мэрии за большие паки. Ну, кстати, на Тайване единственный сервер, где еще толком не продают новые итемы. А, так, тут у нас дуэлянтик. Чинки. Так вот. Сегодня, кстати, последний день уже. Батл. Пасека. Так, что по рынку? Что по акциям у нас интересного есть? Тоже вот то же самое, что и на русском сервере, судя по всему, большая акция. Плюхами. Ни хрена не понятно. Ну, короче, кучу всего дают, а что дают, непонятно. Так, сегодня карта богатства. Кстати, карта богатства здесь еще 3 дня идет. И такой вот коллекционер. Коллекционер тоже довольно-таки неплох. Ну, здесь акции просто не меняют вот эти. Тоже, кстати, печально, что они не меняют награды. Было бы интереснее, намного, думаю, многим. Так, а парящего, что по парящему, я что-то не видел. А парящего здесь нет. Вот так вот, он добавится, скорее всего, только аж либо вечером, либо завтра с утра. Очень странно, здесь карта 3 дня 10 часов. Сейчас я гляну. Разве ее здесь попозже запустили? 15 часов. Странно как-то. Как-то очень реально странно. Тоже один этот. Что за бред? Получается, что на всех серваках меньше, нежели на этом. Нежели на Тайване. Это просто пипец. Семнадцать часов.
3 дня 10 часов. В общем, не знаю, судя по всему, на всех серваках на 3 дня меньше. Я не знаю, как так получилось. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите сегодня роллинга и обзора нового героя. Всем удачи, всем пока.